Приветствую, друзья, и от всего сердца поздравляю вас с праздником Дня Медика. Но при этом я бы хотел и напомнить вам и о клятве Гиппократа, и о клятве советского врача, и там много-много чего происходит в жизни. Да, и вообще хотел бы сказать, как человек уже взрослый, и будучи заслуженным врачом Республики Дагестан, и вообще и психологом одновременно, и сказав о том, что все-таки врач, который делает профилактику, сегодня очень нужен, потому что, чтобы наши дети меньше болели, когда они растут, чтобы они были здоровые и счастливые, потому что я еще и руководитель школы, человек будущего, Homo Futurus. Ну, поэтому, что человек состоит, как говорится, не только из души, но еще и из тела, поэтому мне хочется вам сказать две интересные вещи. Первое. Говорят, дети растут, когда во сне летают. Вот говорят, когда дети во сне летают, значит растут. То есть идет какая-то материализация. Я хочу вам сказать, что вот эта материализация, она как раз-таки и требует энергии. Много сил требует. Много затрат требует вот эта материализация, вот, потому что законы природы так устроены, этот мировой порядок, вселенские законы. И вот и очень интересная вещь, ведь когда у человека зуб болит, он обращает на это внимание. А когда он находится в состоянии здоровья, тело его не отвлекает его от его мыслей. То есть он о чем-то думает, он фантазирует, он решает какие-то проблемы, но ни тело, ни нога, ни дыхание, ни живот, ни спина его не отвлекают. Почему так происходит? По одной простой причине. Потому что отвлекает то, что требует больше энергии для того, чтобы поддерживался баланс, установившиеся связи или для их восстановления. Там, где больше энергии требуется, там мы и чувствуем. А теперь представьте себе, какое же идеальное состояние у человека. Идеальное состояние человека именно вот как когда дети во сне летают, говорят, растут. Но идеальное состояние у человека, когда он тело не чувствует. Значит, энергия не уходит на что-то, а идет именно на творчество, на созидательный процесс. Когда он тело не чувствует, то есть состояние какой-то легкости, невесомости, парения. Да, ну вот это состояние иногда люди получают в порывах творчества, или во сне получают, или получают, когда медитируют, или получают вот в этом состоянии. Знаете, сколько у нас в культуре и музыка есть, у нас и танцы есть, у нас и есть много чего есть. И когда человек занят именно своим любимым делом, без которого жить не может, он, как говорится, как врач от Бога. То есть если вы, вот я и хотел это сказать, если кто-то может чем-то не заниматься, лучше этим не заниматься. Поэтому что много людей занимаются не своим делом, поэтому у нас такие вот безобразия в жизни происходят. Но не занимаются не по своему делу. Вот про некоторого врача, про медика говорят, он врач от Бога. Да, а другой просто ходит, там зарплату получает, потому что либо за деньгами пошел, полагая, что эта профессия нужна и может заработать. А сейчас вообще и не заработаешь, и поэтому, помимо клятвы Гиппократа, и помимо, значит, клятвы вообще врача, что ты должен думать только о своем пациенте и во имя его жить, и делать все, что от тебя возможно и требуется, да, чтобы твоя судьба работала на то, чтобы он был здоровый. Да, ну вот если можешь чего-то не делать, лучше не делать. Это я хочу сказать всем будущим медикам. Поэтому, если ты можешь не рисовать, не рисуй. Если можешь не петь, не пой. Почему? Потому что, когда ты делаешь что-то по душе твоей,
И когда в этом есть истинная твоя потребность, и ты иначе не можешь, не потому что там по внешним причинам не можешь, а потому что по своей непосредственности, по своей органике внутренней, по своему устройству, ты жить без чего-то не можешь. Вот это и есть твое. Да, поэтому тебе скажут, что врач от Бога. Потому что ты будешь это делать, и когда тебе платят, и когда тебе не платят, как Эйнштейн в свое время сказал, я человек счастливый, я делаю то, бесплатно, мне платят за то, что я мог бы делать и бесплатно. А он иначе не мог. Что бы там про него ни говорили, но это Эйнштейн. А я определяю величину человека по его мудрым высказываниям. А это очень мудрое высказывание, и я к нему присоединяюсь сегодня в День медика. Еще я хочу сказать вот что. Мы, когда занимаемся обучением навыкам саморегуляции, если мы будем использовать вот этот эталон здоровья, вот это состояние невесомости, легкости, парения, если мы будем стараться получать его, а это же и получают, в принципе, космонавт невесомости, он же это получает. И я, в принципе, это и создал метод саморегуляции человека в Центре подготовки космонавтов, чтобы моделировать невесомость у космонавтов в земных условиях. Вот вы представляете? И оказалось, что вот эти все приемы, расхождение рук на автомате, когда ты хочешь, подъемы рук, всплывание, покачивание, оказалось, что это вот элементы как раз-таки этой внутренней гармонизации. И когда мы перебираем эти приемы, когда мы находим именно то, что нам соответствует, именно когда есть синхронизация между действием, которое ты делаешь, и твоим текущим состоянием, твоей индивидуальностью, когда есть вот эта связь, тогда и снимается лишнее напряжение, и ты выходишь на это состояние легкости, на это состояние невесомости. Ну, все надо понимать не буквально, потому что мир такой сложный, потому что многие люди некоторые вещи понимают буквально. Я вот недавно совершенно говорил о том, чтобы подбирать эти действия для себя лично, индивидуально. Нужно использовать критерии максимального соответствия или критерии максимальной комфортности. То есть то действие, которое ты делаешь так просто и легко, и поэтому оно тебе приятно. И вот мне написали тут же. А если я буду делать то, что мне приятно, мне, может быть, окно хочется разбить, а мне, может быть, хочется кому-то по морде заехать. Слушайте, есть люди, понимаете, которые временно тупят. Потому что он может быть в стрессе или она... Да, есть люди, которые вообще тупят. Поэтому я вот сейчас, как врач, как психолог, хочу сказать даже такое определение. Я понимаю, когда человек в стрессе, и он не может понять, что надо к вещам-то относиться, к словам, не буквально, а видеть смысл, который за ними стоит. Ну, в данном случае, например, надо смотреть не только один мой ролик, чтобы сопоставлять. Потому что мышление – это и есть сопоставление. И вот я вам хочу сказать, что Силье, открывший теорию стресса, который занимался физиологией, он нашел эту теорию стресса, как говорится, открыл, создал, развил. Почему? Потому что он во многих болезнях увидел одни и те же признаки. Там и раздражительность, и утомляемость, и много, и тревожность, там много увидел признаков, но они были характерны для всех болезней, и он выделил отдельным синдромом и назвал стресс, то есть напряжение в периоде. Так он же начал с этого, а в конечном счете потом в процессе жизни он пришел к тому, что занялся этикой. Этикой. Вот у меня и картина про личные отношения и так далее. И вот я сейчас, именно в День медика, читая ночью, когда спал, Толстого, любимого, да, Крейцерову сонату, о том, как
правильно, что брак регистрируется или неправильно, что брак, и это любовь или не любовь, и надо ли закреплять отношения или не надо отношения. Это же очень серьезные вопросы. И мне вот потому, как я понимаю, чем отличается спаситель от спасателя, а именно тем количеством людей, которым он оказывает помощь, спасатель ограниченному числу людей, а спаситель всем. Так вот, я вам хочу сказать, что не могу не прочитать Толстого именно такие вещи, которые тяжело и долго читать, но я его очень люблю, потому что это был глубочайший мыслитель, и, ну, я об этом потом могу сказать. «Косить траву» у нас, прием, например, элемент ключ 2, как раз-таки из Толстого, потому что он увидел, что когда там один герой в воскресенье там косил траву, в какие-то моменты чувствовал себя счастливым, когда ритм попадал в текущее его состояние, то, о чем я и говорю. Так вот, я вам хочу сказать, что этика, вот это вот материальное, духовное, это важно. И медики должны как бы, ну должны, это ваше дело, конечно, лично ваше. Просто я хочу, чтобы вы были счастливы и здоровы все. И поэтому и медики, и ваши пациенты, и ваши семьи, и ваши дети, и ваши правнуки, чтобы все были здоровы и счастливы, и надо, чтобы каждый занимался своим делом. И каждый занимался тем, чтобы понимал, что когда он находится в стрессе, внимание у него суживается, и он может не понимать некоторые вещи, которые говорит, когда я ему говорю, ты находишь движения, которые тебе максимально комфортны и простые, значит, они тебе соответствуют в данный момент. А он мне пишет, если я буду этим заниматься, то я кому-то и морду набью. Ну, это тупит. Поэтому я хочу верить, что он тупит временно. Я хочу, чтобы все медики понимали, что есть люди, которые, находясь в стрессе, тупят. Не все понимают. Но это временно тупят. Временно тупят. Надо понимать, как помочь ему управляться со стрессом. Этим занимается психология, и этим в медицине занимается психотерапия. Поэтому врач раньше был такой, как говорил кто-то из великих врачей, что если больному после разговора с ним не легче, это не врач. А Пирогов великий говорил, что эффективность медицины зависит в организации. Поэтому нам нужно помнить о морали, помнить о совести, помнить о призвании и помнить о нашей эффективности, потому что наша эффективность зависит от организации. Друзья, я еще раз всех поздравляю с Днем Медика. Извините, что я столько наговорил глупостей, но среди этих глупостей есть очень умные вещи. Например, что когда у вас болит зуб, вы обращаете на это внимание. А болит он, потому что мозг, использует боль как индикатор энергорасходов. Это компас, который вам говорит, что у вас что-то не в порядке, потому что ваша жизнь не может быть бесконечной, потому что материальная жизнь, она всегда конечна, потому что у нас есть вот эти митохондрии, которые генетикой нашей рассчитаны на какой-то период жизни. И чтобы вы могли эту жизнь использовать, с пользой для себя и людей, а тем более медики, а тем более врачи, с пользой для себя и людей, они должны быть не только спасателями, но и спасителями. Дай вам Бог, друзья, здоровья, счастья, благополучия в семье, здоровья вашим детям и правнукам в нашем трудном мире. Я уверен, что я до кого-то сейчас достучался. Я объяснил сложнейшую вещь, что черная дыра космоса,
Оттуда человек черпает силы, оттуда человек черпает силы, и больше всего энергии уходит на поддержание баланса. И поэтому давайте заниматься и профилактикой тоже. Профилактикой, то есть переходите все, если вы в каких-то сайтах находитесь, и к нам тоже в гости, в школу «Человек будущего» Homo Futurus. Подумать о нашем будущем, потому что если мы будем только заниматься восстановительной медициной и не будем заниматься обучением навыкам саморегуляции с учетом высших человеческих ценностей общих, а именно в этом и лежит наша точка опоры. Где бы мы ни находились, в какой бы неопределенности ни находились, наша точка опоры – это высшие общечеловеческие ценности. Поэтому Силье, создатель теории стресса, в конечном счете занимался этикой. А я поэтому в конечном счете занимаюсь перечитыванием Толстого, Канта, Гегеля и многих еще других. До встречи, друзья. Обнимаю. Здоровья всем.